Если вы искали лечение солевого диатеза, вы нашли нужное видео. Лечение по методу доктора Скачко позволяет устранить такое неприятное заболевание, как солевой диатез, и его неблагоприятное развитие в виде пилонефрита, а за пилонефритом всегда идет почечная недостаточность. Больше того, солевой диатез в любой момент может изменить ваше самочувствие, так как соли выделяются не по вашей команде, а по своему усмотрению. Выделение их с мочой приводит к тому, что у женщин обостряется цистит, у мужчин заодно обостряется еще простатит, нарушается качество жизни, и вы выпадаете из графика своей работы. Лечение по методу доктора Скачко поможет вам устранить эти неприятные особенности вашего образа жизни сегодня. Я доктор Скачко, фитотерапевт в 7-м поколении, автор десятков опубликованных книг, сотен статей и интервью на темы здорового образа жизни, правильного питания, правильного лечения, фитотерапии. Вот, могу вам в этом помочь. Что вам для этого нужно? Обратиться по тем контактам, которые вы видите внизу, ну и принять решение, нужно вам это или не нужно. Что вам нужно будет делать? Делать нужно будет немного. Многие акцентируют внимание, раз солевой диатез в лоханках почек, есть какие-то включения, нужно дать мочегонный. Этого делать ни в коем случае нельзя, по одной простой причине, что нагрузка на больную систему приведет к тому, что система упадет еще быстрее. Для того, чтобы выйти из этого состояния, вам что нужно сделать? Первое, это сбалансировать, в зависимости от того, какие соли выделяются. Применить правильное питание, применить правильную водную нагрузку, улучшить работу печени, потому что метаболический мост в нашем организме один, это печень, от нее зависит, как будут переработаны те продукты питания, которые вы ввели в свой организм, и в каком виде они будут выделяться из организма, может быть, выделить их собственно печень, а может быть, их придется выделять все-таки через ослабленные почки. Вот. Но этот путь зависит от вас, контакты вы видите, какое решение вы примете. Это зависит от вас, ну а лечение по методу доктора Скачко приносит свои положительные результаты. Обращайтесь.